раунда еще несколько. В общем, да. Накатай сейчас, пока эту хуйню говорю. В общем, начинаем с первой заявки. Вы по-любому знаете, кто это. Вы проспамили этой заявкой абсолютно все. Я просто ввожу... Ух ты, ё-моё. Вот так вот. Все видно, да? Слышали за таких пацанов? Так, у нас формат будет такой. В общем, мы включаем заявку и молчим, не пиздим. Досмотрим до конца и после этого уже комментируем. Каждую заявку прокомментируем. Никто не уйдет без комментария. Поехали. Не считай собаки. Если не ошибаюсь, это наверное, Нижний Новгород. Полетели. Друзья на бинобас. Ступенька, ступенька меня забанила, окей. Я. Короче говоря, long story short, брось меня камень или налей мне шот. Дай мне майк, потом зашей себе рот. И тот, кто через Е пишет оксимирон. Ты тупо копия кумира своего. Снова на репите, как будто бы не его. Что вы говорите, у вас так заведено. Ну где уж предводитель, давайте зовите бро. Вижу этих суп насквозь, как X-Ray. На бите ловлю кураж, как Бомбей. Пир, воротный грех, отец ваших детей. Я могу делать это каждый день. Ну и кто из вас кто? Кто теперь на батл? Ну и кто из вас кто? Вы со мной на батл? Ну и кто из вас морг? Кто теперь на запад? А кто на вас? Это не тайна, твой флоу не UK, это Китай, ман. Я живая легенда, но Энтони тайм-аут. И сегодня мы с тобою, бэйби, дай нам бит. Мы убьем этот зал миг, буду сам бит. Веду вас на Алип, ну хотя бы на холке дикий. Видите, я блип, на этой чумы эфир у меня есть план. Слышай шотган, барабанная дробь. Я врываюсь на биты, все ебало на пол. Не фрэс-блат, но меня взял Смоки Моу. А тебя тоже взяли, но только на понке, йоу. Это Mortal Kombat, это ебаный дрищ. Тебя выпил комар. Ставь меня в топ, ведь я именно тот, кто покажет твой стиль. Восточных сорцов, окей. Переворачиваю гесло, кукла на бэджи, всю молитву, колыбель, это минута, ты мед, твой хопчик, изи, суки, где мой кошелек, его кто-то спиздил. Это то, что наболело, пробежал трушь по телу, выпил садкого коктейля, откинул кресло поудобнее, ну просто класс, на районе твою жопу называют, да? Чекай мой стиль, у девчонок приехали, слетают трусы, полемика раздутся, мы проводим параллель, сколько рэперов готово постучаться в эту дверь, но рвать на битаху, вы, может, не каждый, ты услышишь мой текст, блядь, и умирать, жаль, скинуть, не попа. Сука, хлопот, кинтест, это бит попал. Молодец. Ника, погоди, это что за виражи? Поговорили с дедом Ченни на Сварбусе на турнир. И тебя там увидят, тоже будет ништяк. Это Нижний Новгород, это шанс которого я долго ждал. Чупа некции братать, это кондиции добрать. Увы, не катил, считаешь, что на Петр пяточки. Это даже хуже, чем на бат, вроде всячески. Газин, на бинобат звонит. Чего? Сейчас сам дом. Даже спину нахуй, это такой. Алло, что тебе надо? Вы че, ебать, подумаете? Я в четырех колесах типа выкатил на аут. Писал ты панчлини, ниж морги не найдены. Ты настолько дрищ, тебя цапнул клещ. Твою шубу на районе называют шаути. Нихуя ты Геркулес, че-то весело по кесту заплатить за недовесту. Каждый ебаный парень гомнит, будто он одет. Это начало, не конец, ты мне фача потянет текст. Типа нихуя ты просил до того, скольчу тебе камона. Никакой зачу не бой, тупо не вижу никого. Но ты ебана, ни до друга никогда я не был. Ровно сюда, когда в доброй жизни ерилу на лицо. Че-то захотел в этом потоке новостей. Мы покажем тебе стиль, не даже ты властей. Ты садишься за решетку, нам похуй, что там делал в телеграме или нет. За 40 BPM, школа жизни для мужчин. Но каждый лишний пить вообще твой братишка, подожди. А посылу подожгу, Израиль из дорожу. Хитрожопы говно жу, а меня выгнали из школы. Че-то скажет мама, наверное, мне не повезло. Но ведь мы неостановимы. Конечно, мы обязаны брать этот сезон. Не там название брать, ты написали мое имя. Они так уже давно себе предаться могли. Во флоту он лэпе, африканский ядлибы. Наконец-то я покинул этот чертов хутор. Тупак Шакур не просто Блэк Джизет, это черный хутор. Ну прямо Тимати вообще портативных овощей. Ты подойди и подожди. Это дауншифтинг, кальций в 4 плавно уебал. Без ошибок, тогда левел ап. О! В общем, вот, это первая заявка, да? Первый блин не комом отнюдь вообще. Ребят, давайте мы, наверное, устроим какую-то систему типа оценки, то есть, чтобы мы могли видеть в чате какой-то топ комментариев. Вы либо будете ставить плюс или минус, либо будете писать, поскольку баллов вы даете там. Система от 1 из 10, да, например. То есть, там, вы посмотрели заявку и там ставите сразу свой комментарий. Может, несколько комментариев, чтобы мы общее видели. Впечатление. Вот, мы сейчас и посмотрим. Вот, даже минусы вижу. Но в основном плюсы, как я вижу, да? Вот. Проще, наверное, не плюс-минус, а по шкале просто от 1 до 10. Ну, общая... на самом деле, вот тут столько комментариев, что я не могу понять, там, среднее арифметическое, да? То есть, давайте, наверное, все-таки плюс-минус сойдемся, чтобы мы могли определить как-то. Арифметическое легче. Нереально. Слушай, ну я не калькулятор, как бы, в онлайне, поэтому мне проще будет так. Видно примерно и короче. Короче, ну, в целом видно, что... Ну, ребят, на самом деле, я не знаю, по-моему, это заявка, которую вообще все видели, да, из тех, кто более-менее следил за отбором.
Что мы думаем по этому поводу? В общем, Наби, наверное, я думаю, что первые два чувака идут в турнирку. Вообще, да, да. Нет, не то чтобы там мы хотели там что-то сказать, захейтить, да, просто, во-первых, выбираем только двоих, как мы уже сказали. Не могут трое батлить против двоих, поэтому мы все заявки. Флекс. Все заявки мы будем, кто более чем. И парни, которые двое, смотрят, да, сейчас стрим, ну, с которыми сейчас мы показываем, что мы свяжемся, то есть с ними нужно как-то объяснить. Не, ну, мы все объясним, да, но как бы все должно быть и так понятно, как бы из моих слов. То есть нет никакой тайны там за кулисы, да, как вот зрители видят, все так же и мы участникам скажем. Потому что с самого начала, ну, мы хотели посмотреть, как я уже говорил, поэкспериментировать с количеством участников, но мало команд, которые реально больше двух человек. Поэтому по стандартной классической схеме 2 на 2 у нас будет весь сезон, вот. И первые двое чуваков, я не знаю, как вас зовут реально, но Нижний Новгород удивил. Я не знаю, что вы за чуваки, но вы круто сделали. Если вы сделаете все это лайвом, вот, если я не ошибаюсь, еще второй чувак, он на каком-то батле нижегородском батле. Да, да, но там были некоторые такие запиночки, если вот текст выучится и тренируется до конца, реп точка и все дела. Вот, еще мы по бэкграунду смотрели, да, то есть не думайте, что мы просто брали заявку, смотрели и думали, мы возьмем или нет. Мы смотрели, если нам нравилось или не нравилось, или были спорные моменты, смотрели, да, по достижениям, по творческим успехам и понимали, может человек навалить в лайве реально круто, или это специально для заявки. Знаете, как часто бывает, что заявка охуенная, а, ну, в реале все говно. Так вот, мы старались избежать таких случаев. В общем, как ты оценишь эту заявку по 1 из 10? А, я уже думал. Ну, давайте, да, чтобы было все честно, раз вы это оцениваете, мы тоже будем оценивать. Ну, восьмерочка плотненькая. Просто 10, я не знаю, 10 это чересчур перфект должен быть, чтобы прям... Восьмерочка крепкая. Первый чувак я бы дал, наверное, тоже 8. Второй чувак... Ну, что-то между шестеркой и семеркой из-за того, что там вода какая-то потом пошла, что-то выпью сладкого коктейля и прочее. Не знаю, ну, я судить не буду, скорее всего, этот сезон, да, буду просто как бы ретранслятором мнения людей в зале, да, там, определяя, кто там громче. Все, мы будем говорить от 1 до 10 в следующий раз, просто я... Ну, хорошо, да, да, мы просто посматриваем, то есть, что вы тут написали просто, что мы не качаем, сидим, ребят, мы уже по 1000 раз все заявки пересмотрели, как бы, и для того, чтобы смотреть ее, как вот, чтобы качаться, да, многие не видели из вас, а вот мы эти заявки уже 100 раз видели. Мы под Наби Набата столько раз прокачались. Да, да, это, ну, как бы, мы еще с апреля смотрели все эти заявки, поэтому не удивляйтесь, что мы сидим просто, как два полузомби, да, вот, но... Хочется просто как бы здравомыслием немножко тут уже отличиться после всего этого дела, потому что, ну, многие же очень хотели попасть на Ась. Рад, перископ, майки.орг, заходи на страницу, не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов, выражай себя в принтах и дари подарки близким, контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей, ты еще не понял, заходи, тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау.